Алло, я здесь. Чуть дольше казалось. Я в общем задался вопросом насчет танков. Короче, у Вара такая же уникальная механика, как на Сирусе, ебать, поэтому и их мало, ебать. Но Паладин и Мишка дома танчат лучше, короче. А что за механик? Ну вот то, что со щитом. У него есть же этот, блядь, типа идеальный блок и что-то такое. На танке. У него же Откуда? есть вот эта хуйня. Откуда она у него есть? Я не ебу. Ну, или стена щитов, вот это умение. Ну, стена Ну щитов. вот. Вот. Так у него Вот. КД 30 минут, блядь. Ну, ебать. Вот из-за этого. Ну, короче, Паладин танчит лучше всех здесь. Мишка тоже норм танчит. Аваров просто мало, и поэтому везде вар-танк нужен. Понятно, короче, блядь. Ну, короче, ты будешь норм танчить в целом. О, ебать, седьмой уровень. Вот. Чё там, кого отпиздить? Блядь, Я не когда у него уже знаю. форма мишки будет, заебало уже. На 10-м. Короче, надо будет в столицу прийти, там будет типа Деда Мороза, и можно будет потом подарки лутать с вот этих елок. А вон там внизу у нас квесты. Тренер толкала, это кто, блядь? Тренер толкала. Это И что такое? Колго. А они у тебя вопросительные или восклицательные? Там вопросы, два восклицательных. Ну я три квеста оттуда взял, и с одним я только смог поделиться. Так что можем Пошли, взять. пошли, короче, до туда сбегаем. Это получается, где начальная вот эта хуйня была. Ну, плюс-минус, да. Так, блядь, не в ту сторону. Вот. Ну, нам, короче, нужно собрать вот эти травы, которые не подсвечиваются на карте. И... Че еще? Я левые ножки еще не собрал. Маленькие ножки. Лигмит. По дороге как-нибудь отпиздить А, можно. во-во, ебать, трава нахуй нашел. О, И он еще... что-то у меня сумка забитая, пиздец. Битая. Надо было продать. Сейчас, подожди, я тогда продам всю эту хуйню. Ок. Где Ну, тут? тут, короче, по карте надо вот так проводить курсором. В принципе, тут этой травы много квестовой. Вот. Так, у меня одно мясо есть. Так, это квестовое. Ну, короче, для Мишки сделали много рисованного шмота и в целом заебись пишет. А лэгмит нам надо? Нет, вот это лэгмит. Это же Да, хав. легмит надо. Это же обычный хавчик. Нет, это квестовая какая-то хуйня. Не, ну, тут схавать его можно. Ну, можно схавать, но лучше не ешь тогда. Так, у меня есть пули, а нахуй мне пули, да, я продам их. Тотем какой-то. Так, а что, зелье еще действует, да? Можно выпить, в принципе, еще. Так, похавать, бафнуться. Тандербаф. Так, что-то найти, блядь. Вниз за квестами, я так понимаю. Что, по этой дороге получается? Сейчас пойду за тобой. Ты там травку собирай еще на карте, там она никак не подсвечивается, но и там 6 штук собрать. Так, я иду.
Травку нашел, там буквально две было по пути. Хуй знает, пока не видел травку. Она никак не подсвечивается, на нее есть только навести. О, трава. Сильверхилл. Челик на черепахе ездит. О, нихуя. Нет, это гном. На это на роботе. Собери там хуйню. Шкуру надо. Так, сейчас поставлю этот режим Free for All. О, парень на черепахе. Ебать, он летает. Ну, а с какого уровня там? С какого? Маунты? Черепаха. А с черепаха с, с 18 уровня появляется квест в этом... А в шатре, который... это ярмарка новолуния вот есть. Вот. С 18 уровня там берется. И каждый уровень черепаха увеличивает свою скорость передвижения на 0,5%. А так маунты с этого, с 40-го. Но у друида, по-моему, на 16 уровне появляется облик, который увеличивает скорость на 20%. О, сумка. Хорош. Вот, нам теперь вот сюда надо наверх. Ты сумку, что ли, спиздил? Да. Нихуя себе, блядь. Скорость. Тут два квеста и один вопросик. Еще. Ну вот вопросик сдать можешь. Это, скорее всего, какой-то квест, который я тебе линковал. А, это два легмита. Блять, вот я этот квест не сделал, кстати. Вот эти ножки не собрал. Ну хуй с ним. И там еще где-то в начальном есть эти. Еще, по-моему, квест какой-то. Не, в начальный это, скорее всего, из-за того, что ты потом скачал. Вот, но у меня на карте квесты новые только в Thunder Bluff, вот в этом... Столица Тауренов, короче. Только там новые квесты у меня. Так, тут два вопроса. Вот внизу, получается, по дороге какой-то там есть квест. Вот сейчас надо вниз, получается, идти. А что, если мы упадем с высоты, блядь, и умрем? Разобьемся.
И все, хардкор пиздец. Ну да. Лол, блядь. Кринж будет. Ну да. Сейчас ты падаешь. Хоп. Сколько? А, все нормально. Тут-то нормально еще. Быки, блядь, копыта себе отбивают. Вот отсюда, прикинь, спрыгнули. Ну. Ты знал, что расовый маунт это у рейнов, это они просто бегут? Как? Ну, просто бегут. Вот мы сейчас идем, а Таурен еще может бежать. На 40-м. Как это, блядь? Вот так. Хуй просто знает. Бежит. Я это Таурена увидел 60-го уровня. Он у него типа вместо маунта, типа большие ноги. И он просто бежал. Еба. Это придумали тут, наверное, блядь. Ну, это должно было быть в классике, но потом они не стали эту хуйню добавлять. Дали кода. Вот. А здесь еще помимо кода можно еще вот такую фигню, типа. Так, вот тут где-то квест. Где он тут? Если квеста нету, это из-за того, что ты этот мод скачал, аддон, ты потом его скачал. Мы этот квест, скорее всего, взяли. У меня нету квестов больше нигде, кроме Thunder Bluff. И один квест еще у меня на время. Там отнести надо. Так, ну так этого, допустим, вот... нету. А тут что в этой деревне, блядь? И ты продолжаешь что идти, я же говорю, там нет квестов. Вдруг только легомиты. Ну нету, но я же с тобой ходил. Сейчас позову. Ну тут один восклицательный знак. А что он не исчезнет тогда, хуй знает. Shift, правая кнопка, Shift, левая кнопка мыши или правую кнопку мыши нажми, и он пропадет. Так, ну тут я нажал, тут исчез, сейчас тут посмотрю. А тут вот есть квест, вот на карте показывают. Там-то не было, а тут есть. Вот видишь, а ты говоришь, нету. Че, у тебя там квест есть? Да, на карте показано. Но это значит, ты что-то не сделал. У меня-то все есть. Так, у меня на карте даже не показывают здесь квестов. Где-то вот тут. Я, короче, по инстрайдеров буду убивать, пытаться их ножки полутать. Не, тут что-то я не понял, блядь. Че, нету квеста? Я не могу понять, где он, блядь. Так, где-то сбоку. Где это? О, две легмиты выпало, охуеть. Заебись, пошел сдавать. А, наверное, вот на эту бабку показывают. Ну да, тут тоже нету, блядь. А на карте а я тебе говорю. На карте показывают, потому что ты скачал позже. Я-то с первого уровня скачал. А ты скачал, когда мы из этой локации вышли. Поэтому тебя не показывают квесты. Я вот тебе говорю, вот у нас квесты, вот где мы только что были на этой горе, квесты вот на Bloodhulf Village, где мы сейчас были, и новые квесты будут только в Thunder Bluff и еще в верхнем правом углу, там Elder Pyre Strider. Там 12 уровня мобы. У меня вон куча вопросов в этом, в лагере в этом еще. Но у меня тоже куча вопросов. Ну, сейчас надо мутить. Надо просто мобов зарезать. Сейчас я скину, как у меня выглядит. В Discord скину, как у меня это выглядит. У вас недостаточно прав писать. Ну, значит, я в личку кину. Ой-ой-ой, блядь. Игру свернул, на меня волк напал. А я вон тебе Discord скинул, как у меня карта выглядит. Ну ты там побегал, блядь. Ну и... Так у нас квесты одни и те же. Я просто больше тебя собрал и все сдал. А у тебя, наверное, чего-то еще не хватает. Так, куда сейчас идти, короче, надо? Идти надо. А что ты на кору на эту лезешь? А я квест должен сдать. Вот эти легомиты. Вот ножки маленькие. Ну вот Виндфури Гарпии можно поубивать. И потом можно пойти еще этих поубивать.
которые лошади. Получеловек, полулошадь. Сильверхилл. Да ну, трава рядом. Квестовым персонажем растет. Травы, кстати, на удивление много. Не так, как я себе представлял. У меня я взял сколько? Я взял 60 бутылок пустых, и у меня осталось уже 5 штук. И чё, где? Блять, пропало. Ну, ладно. Вот. Сейчас, короче, пустим. У тебя что, какие задания там? Ну, не знаю, гарпии, наверное. Понял. Понял. Ну, гарпий у меня тоже есть. Так, опасный маневр. Сука. Ты чё где? Тут. На месте стоишь? Ты куда-то спрыгнул не туда. Да, я... Меня текстурки не туда засунули. Ну, я тут по пути это мобов пизжу, блядь. О, правильно. Я как раз 8-го уровня. Но это из-за того, что я квесты сдал, которые у меня здесь были. А у тебя есть Winterhoof Waterwell? Используйте тотем, чтобы очистить воду и вернитесь. Вот такое есть? Да вроде есть. Шестеренка такая. Нет. Вот где я нахожусь. Во, все, я тебя жду там, значит. Да, хуярить пешком столько, блядь, это пиздец, конечно. Это да. Непонятно, что надо ей сделать. А, вот, тотем нужно использовать. Понял. Так, у меня что-то с птицей должно выпасть. Клюв, наверное. Или перья. Тук тебе навстречу. Ну, какая-то хуйня выпала. Тебе еще траву надо собирать, растения такие. Вот я одну нашел. Нашел, хорош. Хорош. Еще 5. Там 700 опыта дают за эти травы. Вот трава.
Ой, я вижу земляной корень. Это уже моя трава. О, еще траву твою нашел квестовую. О, еще одну траву нашел квестовую. А нет, это Писблум только что появился. Нихуя. Так, что там, тотем надо заюзать? Да, тотем надо заюзать. Сейчас, сейчас я там приду. Там рядом, кстати, трава твоя квестовая. Так что можешь пока ее подобрать. О, здесь еще одна твоя трава квестовая. Не, ее так-то много, этой травы. Все, бегу. Нифига, хорош, хорош. Кто ему корни кинул? Я. Миша, это было. А что, у нас корни есть, что ли? На восьмом, да. А-а-а. Я вот эти травки собрал, квест сдал. О, выполнено. Все, квест уже сдать можно. А, там еще одна. Там еще, короче, ну вот в это в деревне в этой, в которой мы находимся, там тоже нужно будет что-то сделать. Хуя, куда пошел, блядь? Так, а че еще? Пошли гарпи убьем тогда. Так, потом тебе еще с птиц надо, да? Еще что это было? Угу. Вон птицу вижу. Свуп. Суп пошел на суп, ебать. Опа. Че, сколько тебе еще надо этих? Четыре. Четыре еще надо? Фига. О, я нашел квест в айтем твой. Они на карте отображаются у меня. А, отображаются? Ну все, норм. Ну, в смысле, точками красными. Я просто глазами смотрю. Я просто и тогда это, тоже. Это, наверное, точки спавна. Ну да, это точки спавна. Ну-ка, ну-ка, корни, корни, корни. А, чуть не дошел, чуть не убил, боже мой. Бля, ебать он бы тебя въебал. Малик. Трава еще такая, блять, максимально сливается. Ну, а я говорю, что я глазами ищу. Па, кого? Вот, можно будет потом наверх подняться. Там вот кентавры, потом там еще какие-то коворкеры. Воркеры, рабочие каких-то надо будет убить. Шахтеры. И там еще какой-то босс. Ну, там сверху. У тебя есть вот там такое синее пятно, и там написано Venture Coworker и еще Piz Rocket Clipboard. Там что-то Это, такое. наверное, Мешочек. пещера какая-то. Наверное. Талоны с них падают. Талон, блядь, на Да. питание. Талон, блядь.
Так, вот этому я рут даю. Опа, ебать. Затыкали палками, нахуй. Хорош. У тебя этих талонов сколько? Один? Хуй знает. Два из да. восьми. Нормально. Три. Ну вот, сейчас весь лес вырежем. О, нихуя. Свиток ему. Дух на три. О, там трава какая-то. Корень. Да, блядь. Хуя себе. Там вон. Пять талонов. Хорош. И странно, что тут никого нету, блин. Все уже, наверное, прокачались. Ну, на арте меньше людей играет, чем с Альянс. Здесь. Но на 60 уровне здесь, в принципе, можно типа вместе совмещать и Альянс с ордой. Типа вместе могут фрейды ходить. Вот, так что, да, во время прокачки будет меньше людей. Ну, может быть, на этих, на высоких уровнях, когда будет уже оспариваемые территории, там уже, наверное, нормально будет. Нихуя себе. Ну. Ветерок кинул. Корень где-то должен быть земляной. О, нашел. Ты мои зелья лечения не выкидывал? О, ну вот, их потом можно будет апгрейдить в среднее зелье лечения. Вот. Там какая-то трава нужна. И это зелье. Там алхимия, да? Нужен, короче, Брядхорн. Брядхорн. Хуй его знает, что это. Короче, этих собрали. Галаксинтаур, нахуй. А я не собрал еще талоны. У меня 4 штуки. Надо. Талоны. Талоны. Нихуя. 36 посохов ебал. Хорош. Пиздец, нихуя, жесткие. Просто 36, нахуй. О, это кастер. Спирит внутри. Нормально. Нихуя, пол хп разъебали мне. Тебя захилил. Все, последний талон остался.
чем все? Нет, нет. Все, вот теперь все. Так, у тебя сверху есть, да, квест? Он... Кентавры? Да, кентавры. А выше кентавров есть кто-то? Ну, это О, хуйня. Ну вот, да, еще пойдем. Да, да, у меня она тоже синяя. Вот ты где? А, идешь еще. Ты метки повешай, чтобы было видно. А то иногда, блядь, смотришь вокруг, блядь. Тут пойми. О, вот кентавры. Да, вот нам нужен галак-кентавр, а аутранер нам не нужен. Всех ебанем. А, блядь, это еще и стрелок, аутранер. Их, по-моему, просто убить надо. Блядь, еще и волка загрели. Так, ебашу стан. А, черт, эта хуйня убежала. Так, хилю тебя, хилю. О, нихуя, не хилю. Волк-то нихуя жесткий, 10-й. 9-й. Что-то у меня 10-й показывает. А, нет, 9-й. Челябинский вовер настолько суров, что хиляется только левелапом. Ну Шкура, да. свуп. Там кто undead? Там нежить что-то делает в этой локации. Так, 6 из 8 этой хуйни. Есть еще птицы. Да, справа, но я думаю, мы еще встретим. О, я вижу кентавра. Траву вижу. Надо, короче, пойти билки выучить. Там, короче, из-за билок это Healing Touch и Root, короче. Правого не надо трогать еще. Левого, точнее. Блять, все, хочу кожу с кентавра. Так, что у меня по коже вообще? У меня уже второй стак накапливается. О, хорош, хорош. Ну там какие-то шмотки топовые на мишку идут. Если ты будешь кожевничество качать, там... Вот еще трупы можешь залутать? Не все со шкурой. Так, надо, мне кажется, не 4 слота только осталось. Надо идти, блядь, сдать хуйню. Кентавров еще добить надо. Не-не, кентавров надо потом, короче. Надо да пойти. Как, да как? Их просто убить надо. Так, а лут куда вот ложить? Потом. Так, с них все равно ничего не падает особо. А если что-то выпадет, у меня сумок есть. Тут волк сзади. Кентавра 2 из 5. Так, надо хавчик похавать. Да, да, тоже можно. Нет!
Нет, волк украдет мою траву, сука. Куда там полез? Тут мою травку мою украли. А чё, где кентавры ещё? Чё, их так мало, Тавры? что ли? Убили кентавров? Ну пошли сдавать пока квесты, блядь, для обилки учить. Продавать барахло. У меня, короче, мясо есть 10 Траву штук. дособери тогда. Уже не траву 10, а дособери. 11. Где трава? Не знаю, у тебя по карте где отмечается? Так она может быть собрана кем-то. Может быть, а может ее вообще не быть. Ну, вот вперед надо идти, короче, там где-то должно и быть. И еще, по-моему, тебе перья надо еще собрать. С птиц. Да. Кортон Тейл, блять. Вот трава. Где? Да вон, прямо перед тобой. Прям, вон, 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 прямо, прямо. А я про свою траву говорю. А еще я там свупа нашел. Так. А слушай, у тебя тут нет квеста? Вот тут, подойди сюда. Вот где я, видишь? Тут трава какая-то, можно с ней взаимодействовать. Ну я вот эту траву собрал, 6. Тут ничего нету. Вот, подойди вот где я нахожусь. Тут. Тут есть у тебя какой-то квест? Взаимодействуй с ней. С этой травой? Да. Нет. Не можешь? Только шестеренка и все. Ну ладно. Надо сдавать вот эти 3 квеста, там еще квест появился. На 8 уровень. А свуп тебе сколько перьев осталось? Хуй знает, где они там. Вот я нашел. 6 из 8. Что? Сколько? 6 из 8. Блядь. То не хватит. Остался один. Да, с левелом, конечно, армор падает. А сколько у тебя армора? 19,3. А было? Что-то 26, что ли? Так, было? 26 было, это мы с зельем были в броне. А, ну я не помню. Мы с зельем брони пили. У меня 19,5. Так, 6 сталкер клау, блядь. Кагуар клау, блядь. Сталкер клаур это вот эти волки, которые сталкеры. Вот здесь Винфури талоны. Так. Сзади где-то квест, наверное, в этом домике. В этом домике квест, там следующий квест на время, на 5 минут. Так что надо будет куда-то бегать. А куда бегать? Я не знаю. Так, Бринг, давай, а куда принести, блин? А, вон туда, ну пошли, блин. Чё, ты нашёл куда? Ну вон там, где вопрос, короче. Ты чё, бегал же? Нет, ещё не бегал. Ты взял? А, всё, вижу, да, взял. А, стой, тут рядом тоже квест какой-то взаимодействовать надо. Да похуй, я пока бегу. Райт, визитор, что-то там. Ты беги уже. Я бегу. Трибл фаер. Райт оф визитор. Вот сюда бы подошел, ну ладно. Сейчас эту хуйню сдадим. А нахуй. Там получается вот эта шестеренка и потом еще шагу какой-то. Что это? Юнит, блять. Какая-то хуйня, короче.
Это еще квест новый. Уж кентавры резнулись. Угу. Это у кентавров кто-то, блядь. Хотя нет, это недалеко. Так, волк. Волк ебану пока. Там клыки с этих волков надо собрать 6 штук. Сука, сбивает каст. Нет, нихуя. Все, и вернуться надо будет просто отдать. Так, что там по кентаврам? Он волка еще. Кентавры резнулись, но там этот парень, который до этого их пиздил, пришел. Надо быстрее запиздить, быстрее, 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 быстрее. На. Ты где? А? Вот и последнего осталось убить. Вон он один стоит. Я что-то пиздец сейчас. Не, все схвачено. Так. Захуерили. Так, кентавры все. Так, это вот тут вопрос рядом. Вон птица еще есть. Волк ебаный, ну-ка. Что-то нихуя не лутается. У тебя уже сколько это? Одна хуйня. Нет, навык у тебя. А, это хуй знает. Пошли, вон птица там есть. Куда ты? Да, сейчас. Я траву собираю. Тут еще квест можно Минотавру сдать. Квест. Ой, еще трава появилась. Боже мой, как много травы. 4 штуки выпало. А, шалеть. Новый квест дает потом. Блин, я так и не продал всю хуйню. Так, птицы есть. Так, этому пидору сдать квест. И пойти продавать хуйню и учить обилки надо. Так. Теперь в деревню. Так, сколько там у тебя опыта на восьмом? 4500. Ебать, у меня 3500. А сколько у тебя квестов ты сейчас сдать можешь? Один. Один там? Два вон там. Два. Хуй узнает. Так, а ты свупы все добыл? Он там справа появился. Ну, наверное.
Ну, наведи на него, у тебя показывается, что там типа 7 из 8. Хуй знает, там как-то вместе два вопросика. То есть у тебя там какой-то квестовый предмет или что там? Короче, вот тут, куда мы идем, сейчас тут два вопросика желтых. Ну, все, значит. Там еще шестеренку за юзой и тоже, по-моему, квест. Там надо будет выпить, короче, воду, воду прозрения, что-то такое. Так, вот тут квесты два. Вот у друид трейнера как раз квест. Два целых, офигеть. По 150 дал, нифига, что так мало. О, друид, давай-ка корни. Что еще? Хилинг тач. Второго уровня. Он кастуется на полсекунды дольше и хилит два раза больше. Так, где там Потом этот? к костру подойди и используй зелье там. Там вода такая у тебя нарисована. Так, сейчас я билки поменяю. Ок. Ну, нихуя, на сотку лечит. Так, шестеренка. Что там надо? Воду в костер. Да, воду в костер. И вот призрака, короче, вызываешь. Что он там? Я так понимаю, за ним идти надо будет. Ебать. Вот они, квесты на сопровождение. Ну, подожди, ты, короче, продай все и потом этим занимайся. Надо будет этого волка сопроводить, потому что. Он, по-моему, до Си Вайс Райнер, что-то такое, ебать. Долго, короче, ебать, за ним идти. Пизблум, пизблум. Так, я успею, я успею. Так, я говорю, кейс взял. Хорош. Надо было вместе идти с этими волками. А тут просто, короче, идешь до вопросительного знака. Тут ни мобов, ничего. А мы до какого уровня будем играть сегодня? Да не знаю. Я думаю, волка сопроводить, да и в пизду, блядь. Почилить. О, хорош, хорош. Мне кажется, там девятый как раз будет. Ну, вряд ли дадут сколько 600 опыта. Ну, вот мне надо 600 опыта до следующего. У меня 4800 сейчас. А у тебя сколько? 4500. Ну, вот. Да, он, короче, ведет до какого-то помещения. Там, не знаю, опыта 150, может, дадут. Потом надо будет убить, короче, Винфури Сошер. Блять, короче, блять, птиц надо будет заебашить.
Травы здесь куча. Я, короче, начинаю втягиваться в этот синдром травника. Видишь точку, бежишь к ней. Я там что-то спамят 47 плюс, блядь. Но это этот подземелье какое-то со всеми квестами. У него. Типа убить, убить, убить. Он раз русская гильдия вперед на смерть 15 плюс левел Immortals for reading Анкираж 89. Он дискорд есть. Да, Immortals это значит, что они с одной жизнью играют. Ты прикинь, вот так в рейд пойдут из-за каких-нибудь бичей, блядь, сдохнут. И все, заново персонажа качать до 60-го. Ебанешься. Да нахуй качать я бы не стал. Нахуя. Нахуя вообще рейдить с одной жизнью? Это вообще бред. Мортал? Испытание. Ну, хуй его знает. Не знаю, если за это зарплату платили, можно осторожничать. Там должны, ну, нормальные люди играть, а не так, не бичи. Сколько дали? 200 опыта дали. По-моему. У меня сейчас 5300. Не, ну так-то да. Ну типа, я тоже думаю, что нас туда точно не возьмут. Даже если мы имморталами станем, там скажут, вы что, дрочки, что ли? Хоть одну тактику знаете? Мы такие, ну да, ебай, были в Каражане. На X, там, на Сирусе. Не скажи, пиздуйте отсюда, блядь. Ну... Бищи, блядь. Сынки! Там, короче, блядь, в пещере дают квест на убийство вот этих волков-сталкеров. Можешь, короче, забить на него, просто в пещеру идти, там квест можно уже сделать. Слышишь? Угу. Можно его не сопровождать. Давай я тебе оставлю моба, чтоб опыт дали. О, хорош. 17 опыта. А, не убить надо, а шкуру надо. Слушай, а тебе дают шкуру, если ты... Ну, какая-то... Да, в натуре тебе тоже шкуру дают. Ну вот, все, я буду, короче, просто шкуру собирать, а ты будешь вырезать шкуру, тебе тоже дают квестовую. Квестовую шкуру тебе тоже дают. Так, что это? Выбрать надо тапки. Где мне там? А, да, тапки. Так, у тебя 29. Тапки, наверное, пижи будут. У меня пижи тапки. Ох. Вот у меня также. Вот тут руда, блин, в пещере. Угу. В принципе, что там, пару мобов ебануть? Так, тут они рядом, эти мобы. Вон какой-то... Да, вон они, волки, вон они. 3-4 волка вижу. Нужно 8 шкур и 6 зубов. В пасти 24 зуба. Также зуб с 50% шансом. А, блядь. Но благо ты этот, блядь. Ты кожу с них снимай. Тоже. Благо, вот видишь, там этот скальп падает нам обоим. Вот это заебись. Скальп падает на обоим. Хантер, что ли? Да, орк хантер.
О, еще два ломба будет и девятый будет. А нет, нихуя. Так. Но тут волков нет. Нам надо либо ниже спуститься, либо выше. Тут ниже можно. Вон, вижу волков. Там еще с этих кошек еще предмет какой-то падает. Лапка рыси. Угу. Тролль воин. О, можно бафнуть. Сорок пять крит нахуй. Хорош. Жестко. И сумка синяя. О, хорош, хорош. У меня одна синяя, две зеленых и одна синяя. У Разных. меня одна синяя, красная и две обычных. Топ сумки, ебать. На 10-м дадут сумку, по-моему. Нормальную. Так, одна хуйня осталась. Тогда. Сволка. Пока травку. Ой, я нашел этого последнего волка. Там сверху. Даже два. Так, ну и чё? Потом квест какой-то сдавать надо, нет? Я только один могу квест сдать, но это справа где-то по карте. Вот этих кагуаров еще три штуки надо. Каких? Ну, блядь, рыси этих. А, рыси? Не, у меня еще пять. Восемь Все, из восьми. прари, сталкер, пет, 8 из 8. Блять, это сдавать у этой той женщины, которая полуолень, полуженщина. Тут какие-то А с тебе с буквы. волков не надо собрать? Ну, восемь. Зубы. Не знаю, наверное. Вот на волка нажми, тебе надо. Там какой-то квестовый предмет есть. Сталкер клав. Лишь шести. 0,6, понял. Ну вот, у меня 0,6 рыси, и у тебя и волков. Понял. О, трава. Тут какие-то пидоры есть. Вон. Диггер. О, 70 опыта получил. Хорош. Сейчас будет уровень. Вот это выебануть. Несколько мобов еще. О, там какой-то квест. Диггер, что-то надо вот там собрать. Сейчас я к тебе приду, я тут за траву вою. Блять, гарпи. Ладно, хуй с этой травой. Чё там? Проспектор Пик, это что значит? Ты выполнил этот квест, который снизу?
хуй знает. Ну, у тебя кружочки есть на карте? О, блять, вот пидоры. С них что-то должно выпасть, короче. Мне написано. Проспектор пик. Пик. Аж две штуки уже утону. Да? О, можешь мне дать одну штуку? Она передастся вообще? Наверное. Часть квеста. Нет, нельзя. Блять. Нельзя передавать квестовый предмет. Тут, наверное, там, кто-то... короче, надо на чем-то будет потом использовать. Клинк ноди ту чанч колор. Я хуй знаю, что это. Опа, опа, аккуратно, аккуратно. Ебать, он захилился. Короче, я думаю, чилить пора. Так, а где тут можно почилить? Тут нет, пиздят. Или камень надо сейчас юзать? Можешь камень заюзать в целом. Или можем где-то здесь просто остаться и все. Вряд ли мы зайдем и нас убьют. Вон дерево, давай выйдем. Мы зайдем в игру, нас молния убьет потом. Ладно, все, что-то я подзаебался. Два таурена, блин, прячется под... Прикинь, реально бы молния ебанула. Да. Вот тебе и хихихаха. Ладно, пошел я чилить, короче. Да, давай.